Подарки на день рождения бывают разные, но есть те, которые никогда не забудешь. Свою мечту на десятилетие осуществила Джастина Маринина, ставшая одной из немногих детей в регионе, прыгнувших с парашютом. Джастина – разносторонний и любознательный ребенок. Главное увлечение юной северянки – исследование мира и своих возможностей. Футбол, борьба, занятия на гитаре. Также девочка в свои юные годы уже сыграла в кино и в нескольких театральных постановках. А еще, будучи большой поклонницей рока, снялась в клипе мурманской метал-группы «Нереида». Джастина попробовала себя во многом, но главной мечтой стало покорение неба. Пока мы еще не прыгали, было страшно. Ну, когда вот меня только прицепили, я видела, что моя очередь настала. Меня прицепили, и мы полетели. Пока парашют не раскрылся, я думала, мы все умрем. Но мы не умерли. И парашют раскрылся. И мы благополучно приземлились. Исполнить мечту помогла отважная мама Джастины, но, заразившись энтузиазмом своего ребенка, решила, что тоже прыгнет. Вместе с инструкторами они совершили прыжки в тандеме. Джастине было проще. Они там прям вообще выкручивали с инструктором прям эти сальто, да. У меня такого не получилось по причине, что я физиологически, скажем так, не выдержала. Мы так спокойно с моим инструктором летели. Я его немножко, наверное, этим даже расстроила. И там были все очень весело настроены, скажем так. Это было очень все легко морально. То есть даже если какие-то сомнения, например, остаются у человека, ну, я не про себя говорю вообще, то решиться легче с этими людьми, потому что они очень юморные, очень веселые, очень зажигательные. С ними было очень приятно провести даже просто время. Конечно, на прыжке с парашютом маленькая экстремалка не собирается останавливаться. В планах исследовать и подводный мир, например, поплавать с акулами. Полагаем, и с этим юная Джастина справится так же легко и получит море новых впечатлений. Ведь рядом у нее надежная опора и поддержка – ее мама.